На днях в сторис я задал вопрос, как на иврите сказать, отвечать на письма или на сообщения, или на звонки. Все это одно и то же. Половина ответили неправильно. И это огромное-огромное число. Дело в том, что отвечать просто на вопрос, просто взять и ответить, это на иврите будет «ланот аль ашейла». «Аль» потому что на что? Такой вот у нас простой предлог. Но если мы говорим отвечать именно на звонки, на сообщения, на телефон, то есть не на вопрос, а как раз таки вот на вот эти вещи, как на звонок, на телефон, на сообщения, на электронные сообщения, то вы обязательно используете предлог «ле». Так что не забываем вот эту маленькую, но очень важную разницу. Например, вы говорите «я не мог ответить на телефон, потому что я был занят или была занята». «Ло яхольти лаанот ля телефон ки айти асук». «Ки айти асука». Ребят, на этом все. Если хотите больше разбираться в предлогах, всех этих нюансов, местоимениях, что, где, когда мы используем, не ошибаться в очень тривиальных и обычных вещах, то вы сами знаете, что нужно сделать. Нужно просто записаться ко мне на курс, который называется «Предлоги иврита. Тренировочный лагерь». Почему тренировочный лагерь? Потому что мы действительно проходим полтора месяца суперподготовки по всей этой теме.